Ще одна важлива тема. От The Times розкрило нові деталі замаху на Кирила Буданова. Кажуть, що російські агенти проникли навіть у Службу безпеки президента Зеленського. Але тут взагалі цікава логіка росіян. Ми чули і про не один замах на Зеленського, і на інше вище керівництво України. От для чого це Росії? От тут цікаво, до речі, запитати дійсно у людей з Польщі, польських експертів, тому що ми знаємо, що у Польща це та країна, яка свого часу втратила президента у авіакатастрофі. Дуже багато було розслідувань, різних коментарів. Анастасія, ми не знаємо, була ли це катастрофа, так, чи був це теракт. Дійсно. І, до речі, були висновки британських комісій, що там нібито була вибухівка. Тобто досі це все, це, знаєте, так залишається таємницею. Але тут от цікаво. Якщо навіть говорити, що це міг бути теракт, так, не знаю, з якої сторони, можливо, з Росії, хто зна. Але як вони, от можна чи розуміти логіку Росії, як вони хочуть, щоб загибель когось із політиків важливих, президента, вплинула, не знаю, на політику країни? Що взагалі от в голові у росіян, коли вони планують ось ці диверсії, коли планують вбивство того чи іншого політика? Що там може бути? У них персоналістська феодальна диктатура тоталітарного типу. І вони, у них так знизу до верху і зверху до низу. У них так устроєна государственная власть, государственные институты, школы, семьи. У них так жизнь устроена, что все держится на авторитете некого абсолютного маленького или большого монарха. У них так бизнес устроен, у них так все устроено. Другого мышления, кроме татаро-монгольского, у них нет. У них есть хан. И они так смотрят на весь мир. Они считают, что вот все наши демократические институты, законы, процедуры, что это все фейк, что это все некая дымовая завеса, а на самом деле вот такие вот путины сидят в Берлине, в Варшаве, в Киеве, в Вашингтоне и вообще везде. Они считают, что вот все разговоры про то, что можно управлять обществом и государством по-другому, это вранье. И, собственно, они проецируют свой модель и свое мышление на других. Поэтому они считали, что когда убьют Зеленского, рухнет вся Украина. Они считали, что когда убьют Качинского, рухнет Польша. И так далее, и так далее. Но таких случаев в истории западных демократических стран было много. Ничего от этого не рухнуло. Тут они опять ошибаются. А потому что у них нет образования, воспитания, опыта жизни в нормальности, они, ну, на самом деле очень примитивные люди, на более высокий уровень организации общества и государства, и даже мышления о том, что может быть по-другому, они не выходят. Поэтому, ну, в общем, я вижу в этом большой позитив, потому что вот такие шаги, попытки убийства того или иного руководителя страны, компании, разных институтов, ну, они показывают их сущность, они показывают, что они другие, что для них место в европейской, западной, цивилизованной семье народов нет. Не потому, что мы с вами их отвергаем, а потому, что они для этого объективно не готовы. Так что, ну, пусть говорят, делают, показывают. В конце концов, даже если что-то им удастся, мы уже, по-моему, настолько глубоко уверены, что вот западная модель нам больше нравится, чем их модель, что ничего особо это не изменит. Тим часом Медведєв знову ж таки, от як пишуть ЗМІ, випив зайвого. Я вас прошу, це серйозна передача. Так. Ну тут чому я з вами хочу обговорити, тому що він тут Польщу згадав. Оказується, виявляється, що його там спровокували слова міністра закордонних справ Польщі, який сказав, що Штати обіцяли Москві знищити усі війська на території України, якщо застосує Росія ядерну зброю. От тут важливо також нам розуміти сьогодні загалом стосунки Польща-Росія. Якщо вже навіть Медведєв так от до Польщі звертається, хоча він зазвичай любить до України чіплятися, але тут бачимо, пішов далі. Як взагалі сьогодні ви
оцінюєте сьогодні відносини? Чи можна сказати, що вони є більш напруженими? І наскільки сьогодні загалом Польща розглядає Росію так, от як ту країну, від якої можна чекати чого завгодно? Які сьогодні стосунки? Знаете, я видел Медведева два раза в жизни, в общем, довольно близко, несколько метров. Он, когда был президентом, он, ну, в общем, производил довольно симпатичные впечатления. Он говорил как человек, который убежден в том, что Россия действительно может быть другой. Ну, собственно, наверное, и поэтому он не остался президентом. Все его мечты, планы, стремления – вся его жизнь, так как он себе ее представлял, была уничтожена, и сейчас он с особой издевкой ему приказано играть вот роль второго Жириновского. То есть он озвучивает то, что на самом деле думает Путин, но по разного рода формальным причинам не может сам сказать. То есть вот все вопреки собственным желаниям, стремлениям, и вообще собственному мышлению. Я думаю, что это вот такое особо циничное наказание за то, что он попытался быть западником, либералом и вообще отказаться от тоталитарного мышления. То, что он говорит, это не больше, не имеет больше веса, чем то, что говорил пекущик Владимир Вольфович Жириновский. Кстати, Жириновский тоже в личных разговорах был совершенно нормальный человек. Это такая роль, к этому не стоит привязываться. Это такой дешевый блеф. И то, что они именно так это подают, и именно Медведев, то есть политический ноунейм, это озвучивает еще даже в большей степени, подчеркивает, что это некий блеф, рассчитан прежде всего на внутреннего потребителя. Вот такие вещи не стоит принимать серьезно. Они, если бы могли, они бы уже давно и много раз применили ядерное оружие. Они понимают, что если они это сделают, то в них, конкретно в них лично, в их дома, в их жены, в их детей и во все, что у них есть, полетит 1000 томагавков, которые у американцев есть в первом залпе. Если бы они могли, они бы уже давно тактическое ядерное оружие использовали. Если не использовали, значит, что не могут. А российско-польские отношения, ну, они обречены на конфликт. У нас 1000 лет конфликта, он был, есть и будет всегда, потому что у нас совершенно альтернативные взаимоисключаемые видения того, как должна выглядеть Центральная и Восточная Европа. И они действительно последние 300 лет продвинулись, а сегодня, вот спустя 2 года, благодаря героизму и стойкости Украины, вот они эти 300 лет шаг за шагом аннулируют. Они уже потеряли Балтику, Балтийское море – это Натовское озеро, они потеряли Украину, и думаю, навсегда, или, по крайней мере, на очень долго, они потеряли союзнический потенциал в Европе в отношении своих основных партнеров, они потеряли много чего, они потеряли экономическое сотрудничество с Европой, они опять становятся вассалом Орды, то есть возвращаются, ну, примерно к 16 веку. А наше видение Восточной Европы как унии, а не как империи. Помните, как Люблинская уния Польши, Литвы и Руси, то есть Украины? Вольные с вольными, свободные со свободными, равные с равными. Вот это наша идея, как должна выглядеть Центральная и Восточная Европа. Вот имперская идея, их идея, отправляется на свалку истории. Они это понимают, поэтому бесятся, тем более, что проиграть таким странам, как Польша и Украина, которые они, ну, имели основания последние 300 лет не считать равными себе. Это их бесит еще больше. Чисто эмоционально, чисто психологически это понятно, но это ведь прекрасно, что их победила на этот раз не Германия, не Америка, не Британия, не Франция. Их победила Украина. И в этом плане есть какой-то смысл в том, что делают наши очень циничные западные партнеры, потому что это должна быть
победа Украины. Весь мир и прежде всего сами русские, а также сами украинцы должны вести эту войну так, чтобы именно Украина победила Россию, чтобы Украина вошла в историю как та страна, которая раз и навсегда покончила здесь, в Центральной и Восточной Европе, с русским империализмом и вообще с любым русским влиянием, с любыми русскими идеями и возможностями их реализовывать, о том, как должна выглядеть наша жизнь. Пусть они идут обратно в Азию и там сидят на болотах, и там реализуют свои имперские идеи. Ну і ще цікаву тезу сказав Зеленський інтерв'ю New York Times. Він сказав наступне про Путіна. Каже, він неадекватна людина, тому що адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або знав, що йому за це нічого не буде. А отже, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Каже, про це я навіть думати не хочу, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тобто Зеленський припускає, бо натякає, що Путін міг до повномасштабного вторгнення мати якісь певні домовленості із Заходом про напад на Україну? Чи як розуміти ці тези? Якщо так, то що це могли бути за країни? Ну, тут можна порадуватися, а потім поспорити. Можна порадуватися тому, що Владимир Олександрович думає як западний чоловік, тому що дійсно з точки зрення, і я рад, дуже рад, що президент України думає як западний чоловік, тому що так було не завжди. Потому что действительно, с точки зрения западных, европейских, христианских ценностей, Путин неадекватный человек. Но поспорить можно в том, что с точки зрения русских ценностей, это вполне адекватный человек. И тут действительно ему ничего не будет. Потому что для него положить 500 тысяч человек не вопрос. Потому что жизнь в России ценностью не является. Для него уничтожить экономику страны не вопрос, потому что все равно президент и министр финансов, знаете, есть такая поговорка, что даже в самом худшем африканском Бантустане, даже когда голод и разруха, по крайней мере два человека, то есть президент и министр финансов живут хорошо. Ну вот так же, как и на России. И действительно, с точки зрения логики того, как устроено русское общество, ему действительно ничего не будет. Он может разрушить всю страну, ему действительно ничего не будет. Он может угробить массу людей, а остальных ввергнуть в бедность. Ему ничего не будет. С точки зрения русской системы он адекватный. Вы знаете, вот мы живем с вами еще до сих пор вот в таких, знаете, вы по Шевченку, а мы по Мицкевичу, вот в таких вот мечтах, что вот русские хорошие, только царь у них плохой, да, что вот русские наши братья славянские, только они такие бедные, угнетенные вот этой властью, которая там, знаете, гибрид прусской бюрократии и, значит, монгольского менталитета. А на самом деле Путин – это продукт русской системы, а русская система – продукт русского общества. Поэтому кроме изоляции нет никакого решения русского вопроса. Никакие переговоры, никакие сделки, никакие договора, никакая торговля, ну никакой конвергенции не будет. Поэтому тут на самом деле я не вижу особо поля для дискуссии. Это другая система. А президент – естественный продукт этой системы. А система сделано людьми. Я не думаю, что за время нашей жизни, по крайней мере, моей, вашей, скорее всего, тоже, что-то там у них с мышлением коренным образом изменится. Знаете, когда изменится? Когда туда придут китайские товарищи и мусульманские товарищи и объяснят им по-своему. Ну, тогда у них там изменится. Я надеюсь, это произойдет уже очень скоро. Но это тоже займет какое-то время. И делать какие-то расчеты, что у нас с ними когда-то получится адекватно разговаривать, ну, не имеет смысла. Я точно больше 50 лет не переживу, за 50 лет у них там ничего не изменится. Так что забор 5 метров, колючая проволока, термокамеры и томагавки, нацеленные на Новогорьёву и Кремль.
Що ж, будемо бачити, як будуть далі події розвиватися. Дякую вам, пане Якубе, за важливу розмову. Будуть розвиватися хорошо. Все вже дуже хорошо, гаразд краще, ніж сказали би вам любые самые лучшие американські аналітики ще 2 роки назад. Все гаразд краще, ніж всі рассчитывали, благодаря героїзму України. І от це той пример, коли суб'єктивний фактор, личностний фактор повлияв на ход історії. Яков Корейкова, політолог із Польщі, дякую вам. Що ж, тоді до нових зустрічей.